Узбекистан Шавката Мирамоновича Мирзиёева в Российскую Федерацию. Четвертое заседание, которое прошло в Москве. Завтра мы вместе с Шавкатом Мирамоновичем и президентом Казахстана Касым-Жомарт Кемелевичем Токаевым примем участие в торжественной церемонии запуска поставок «Газпромом» российского газа в Узбекистан. Это впервые происходит за всю историю существования этих транспортных систем. Никогда из России в направление Средней Азии. Чувство между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел 5-е годы. Узбекистан Республика. У нас за прошлый год рост товарооборота составил 26%, а за первые полгода, ну, за 7 месяцев текущего года уже 14,4%. Россия занимает уверенное первое место в торговом обороте с Узбекистаном, с иностранными государствами. 3000 компании с российским участием работают в Узбекистане. 700 компаний узбеков работают в России. Наши отношения вышли на совершенно новый уровень. Мы в Самарканде подписали всеобъемлющее стратегическое партнерство и союзничество. Мы союзники, и на самом деле всеобъемлющее стратегическое партнерство продолжается во всех отношениях, во всех сферах. Прогресс есть, реальный результат есть. И я считаю, что мы на хорошем уровне, наши взаимоотношения, наши коллеги, наши партнеры во всех отношениях. Конечно, для